Дорогие мои читатели, сегодня библиотека празднует юбилей. Я думаю, что это наш общий праздник, потому что главное в библиотеке – это читатели. И если вы туда приходите, значит, это и ваш праздник, потому что библиотека – это частичка вас. Но это и писательский праздник, потому что как же мы можем еще дойти до вас, наших читателей, как не через библиотеку? Поэтому мы тоже отмечаем этот замечательный день. И я хочу в этот день пожелать вашей библиотеке еще много-много отметить таких праздников, много юбилеев. Я желаю, чтобы в библиотеке всегда было очень много книг, и новые книги всегда попадали в библиотеку. Я желаю, чтобы в библиотеку приходило много читателей, чтобы ее стены всегда наполняли ваши звонкие голоса и ваша любознательность. И вообще, поскольку библиотека – это кладезь волшебства, пусть чудеса случаются, пусть в библиотеке все мечты сбываются. Удачи вам и с праздником, друзья!